Что же они у вас будут жить? Не знаю точно. Брехать не буду. Ну, пока езди разместиться, но... да? Они планируют, что купить, а потом... А где жить, это они сами решат. Угу. Остальное... Пусть думают, как говорят. Я не знаю их ни проблем, ни суть. Я здесь со своим не могу разобраться, а и в этом и тем более. Все правильно. Сваток, значит, дом хочет здесь приобрести. Да, тот дом, Саша, жалко, блядь. Двухэтажный, блин, домик. Да что, ну продадут. Ни хрена себе, блин, 40 квадратов. Это твой отдыхает дом. Я понял. Ну куда деваться? И в двоэтажа. Здесь тоже купят такой же двухэтажный. Лимонов за 8, за 10. Еще два этажа. Там, блин, огород, блин, что стоит, ну... блин. Надо понимать. Там огород 1500 свободного. Сажай, не хочу. Что хочешь, и картошку, и это. Все, что хочешь. Не считая дома, блин. Купишь за 2 ляма? Что ты говоришь? Я же купишь за 2 ляма. Что купить надо? Дом. Кому? Себе. Я Лера. Себе? Только у меня есть. Ну как дача будет у тебя? Не, мне дома хватит. Вы себе купите. Ну у меня нет. Со сватами. Ну займи, я тебе куплю. А я где ж тебя возьму? Ты мне займи 2 ляма. А вот у меня нет. О, а ты думаешь, у меня есть? Алло. Я бы купил бы, если бы. Да и я бы купил, наверное. Ну я не наглею, я не наглый такой, блин. Я, блин, подписчиков люблю, уважаю и почитаю. Чтоб все было у них и красиво. И слава богу, чтобы было все нормально. Остальное все само придет. Как-то так, наверное, да. Пускай так и будет. О, Вадим Иванович. Вадим Иванович. Ну что, сходи в акулу. Все взял? Угу. Ну нормально. Как квас попил, так лежаю. А ты не пей квас. А? Не пей квас. Иди ложись, отдыхай уже, хорош бродить. Пошел я домой спать. Правильно, Саня. Владимир Иванович, правильно. Сань. А. Пошел я домой спать. Домой ложись, отдыхай, конечно. Хорош наматывать километраж. Ноги пари, спать ложись. Молочка попьешь. Сахарочком будет нормально. Колбаской придавишь. Блин, наебаться тяжело. Блин. Ну бывает. Че ж, сватку долго работать? А? Да, сейчас он выйдет туда-сюда. Это он все за тебя сейчас на постоянку пошел, да? Нет, ну пока временно. Пока временно? Смотри, сейчас так и останется там работать. Останешься без работы, Олег. Понял? Все. Сваток. Давай, Владимир Иванович. Всем добра, друзья. Едем дальше. Не забываем про телеграм. Все ссылочки здесь на главном в описании. Милый, любимый, блин, привет.
Милый, любимый, передаю тебе привет. Люблю тебя, жалею, уважаю. И жду тебя, когда ты приедешь. Но только что я тебя не вижу. Даже не звонишь. Вот как-нибудь позвони, блин, это, чтобы мы поговорили с тобой и это, пообщались. И? А так я тебе передаю, чтобы тебе, чтобы было все красиво и хорошо. И, короче, одним словом, счастье, здоровье и благополучие. Передам обязательно, Олег. Я думаю, она тебя обязательно услышит. Пламенные любви. И обязательно позвонит. Ярый пламенный. Люда, отзовись.